Друзья мои, здравствуйте! Вы на канале Блондинка Жарит, и сегодня я буду делать диетическую запеканку в пароварке с голубикой. Все мы знаем, что голубика благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, и даже при гастрите голубику термически обработанную можно. Погнали готовить! А мне понадобится хорошая голубика. Я ее уже насыпала. И буду готовить заливку из творога. Я беру безлактозный творог по 120 грамм, 4 штучки. Выкладываем творог в емкость. Одно яйцо, соль, щепоточка, сахар по вкусу. И немножко муки, любой, буквально грамм 50. Я использую такую муку, без глютена. Друзья мои, я пересыпала нашу голубику на пергамент и буду в формочку сейчас это вставлять. Вот так вот я выложила, разровняла ее и теперь сверху буду выкладывать тесто. Я выложила тесто поверх голубики и теперь буду отправлять в пароварку. Друзья мои, все уже в пароварке, я думаю, 30 минут будет достаточно. Ждем результат. Друзья мои, полчаса прошло, запеканочка уже готова, давайте ее доставать. Вот так получилась наша запеканочка в разрезе. Приятного аппетита! Дорогие мои, если вам нравится формат такого видео, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки, комментируйте, а я с вами прощаюсь, пока-пока-пока!